Областное радио. Смотрите, в этом году у нас примерно такое же количество площадок, как и было в 2019 году, когда мы проводили фестиваль впервые. Это около 20 площадок. Сейчас мы определяем до конца всех участников, но прежние наши как бы партнеры остаются с нами. Ну, в первую очередь, это не только там ЦК-19, а это независимые площадки, которые существуют в центре Новосибирска, которые зарекомендовали себя, такие как, например, Пост или ФАБ-8 на Фабрич, студии, мастерские, где точно так же проводятся выставки. Это мастерская Крикливо Панько, Lab for Drum, это областная библиотека, а именно дом Да Винчи. Почему 48 часов? Что это за история? Да, это викенд, на самом деле. С вечера пятницы по вечер воскресенья. Ну, еще есть родство с фестивалем 48 часов Нойкёльн, без которого мы не начали бы здесь. Это ваши вдохновители? Это наши партнеры в Берлине. Принять участие в фестивале может любой человек, который заявляет свой проект в области современного искусства, который одновременно с этим соответствует заявленной теме фестиваля. И партисипативный, значит, любой зритель вовлекается в программу фестиваля, то есть он блуждает, выстраивает траектории по этим площадкам, он вместе ходит со своей группой индивидуально, он также может взаимодействовать с тем, что там представлено, то есть становиться, например, частью инсталляции или перформанса. Поэтому для нас это важно. Я думаю, Петр, что это базовые принципы фестиваля 48 часов на Кёльн. Ну, в этом году общая тема — ошибка выжившего. Что это за история такая? Уже звучит интригующе. Да, это тот вопрос, который мы задаем сами себе, городу и участникам. Но мы решили задаться этим вопросом, потому что нас вообще беспокоит история с выживанием, с физическим выживанием, либо социальным выживанием. Весной, когда мы это формулировали с нашими партнерами, мы просто видели, как обострились многие ситуации, конфликты в мире, вот, какая существует политическая нестабильность. То ли еще будет, вот, Петр, правда? Пандемия. И если мы это применяем к фестивалю, к второму выпуску фестиваля, какие ошибки, например, мы совершили прежде, вот, что было не учтено. Задаваясь вопросом «ошибка выжившая» для второго издания фестиваля, нам важно в первую очередь думать о том, как подобного рода инициатива может закрепиться, как этот фестиваль может продолжаться в ближайшие годы и не быть очередным событием, которое раз-два мелькнуло и точно так же осталось где-то в истории. Нам... Конечно, тема соответствует теме, и это первый факт, который мы учитываем. Тема может пониматься широко, и вот мы получили... Напомним, ошибка выжившего. Да, мы получили 93 заявки из разных вообще городов, в том числе даже из тех городов, которые находятся за пределами Российской Федерации, которые в разных форматах там коллаборации, взаимодействия решаются вместе с сибирскими художниками. Вот. Ну и мы, конечно, апеллируем к методам современного искусства. Соответственно, мы можем принять любую работу, но для нас вот этих два компонента важны: тема и современное искусство. Есть еще компонент содействия с площадкой, да, потому что часть площадок для независимой программы — это программа Open Call, это библиотека, это муниципальные учреждения и пространство индивидуальных творческих мастерских. Поэтому люди, они тоже понимают, что некоторые темы, они должны быть с учетом этого поданы. И вот как раз сейчас мы просматриваем заявки, у нас очень такая горячая пора, когда мы смотрим, делаем первый отбор из 93 этих заявок, выбираем те заявки, которые мы предложим для размещения, ну и, соответственно, дальше уже пойдет такая тесная работа с заявителями по поводу расширения, там, уточнения. Количество в этом году офлайн. Ну, грубо говоря, их сейчас 16, но мы рассчитываем то, что их может стать больше как раз за счет того, что люди, которые на прием заявок подаются, они не только подают свои индивидуальные художественные проекты, они иногда еще заявляют свои пространства. Да, да. В общем, я не могу пока раскрывать, в общем, планы, это все будет в анонсах в августе, вот, но то, что сам факт участия того, что фестиваль в Новосибирске создал... Ну, это очень почетно, конечно. Ну, в смысле, передал еще эстафету, да, фестивалю в Узбекистане, да. И у нас есть уже какие-то обменные мосты. В первую очередь у нас есть сайт 48 часов Новосибирск, достаточно забить это, да, в любом, да, поисковике, и он выпрыгнет, должным образом будет индексироваться. Там появится программа уже ближе к августу. Мы на печатной программке, эти газеты будут везде в центре города 17-19 тоже на сентября. Радио 54. Первое областное радио.